Всероссийская детская палеонтологическая научно-практическая конференция проходила в Перми 7 и 8 декабря. В ней приняли участие школьники первых 11 классов. Две командные работы обучающихся Звенигородского дома детского творчества заняли первое и третье места в номинации «Цифровые творческие работы. Видео». Также первое место занял воспитанник объединения «Друза» Александр Кабанов. Ребята получили дипломы, подарки и массу впечатлений.